Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это ботинки женские Лайза. Еще в 2018 году такая модель ботинок была невероятно популярна среди наших телезрительниц. Стала настоящим хитом продаж осени 2018. Именно поэтому сегодня мы предлагаем вашему вниманию расширенную модификацию и расширенную цветовую линейку. Ну что ж, ботинки Лайза – это модное решение, причем здесь модификации могут для себя найти как женщины, которые любят сдержанные моменты, так и женщины, которые хотят ярких, глянцевых образов. Ботинки Лайза – это абсолютно эргономичная конструкция, увеличенная 9-я полнота, подстройка с помощью системы эластичных лент, застежек велькро, при помощи молний, абсолютно анатомичное положение ступни внутри, благодаря правильному изгибу, и что самое главное – это сухость наших ног в капризный демисезон. А он действительно нас ожидает капризный. Я согласна. Полностью нашим ботиночкам ничего не страшно. И цена хорошая сегодня. Цена специальная 1999 рублей. Это самая выгодная покупка в течение одного дня на нашем телеканале. И максимальная скидка. Ну что ж, знакомимся с модификациями. Итак, начинаем выбирать. Первое, начинаем с цветов. В коричневом цвете у нас есть модификация. Гладкая кожа с застежкой велькро. Причем, посмотри, качественная застежка, которая явно у нас не выйдет из строя. Для любительниц быстро и легко обуться. Далее коричневый вариант. Здесь у нас уже сочетание. Видишь, микс фактур, гладкая эко-кожа и блистающий такой у нас выделка под эколак, под рептилию. Посмотри, здесь у нас застежка велькро, здесь у нас эластичная лента для щиколотки и молния для удобства обувания. Слушайте, ну как здорово. Далее цвет, посмотрите, также коричневый. Здесь у нас с вами будет также эластичная лента в области косточки, правильно? И здесь у нас будет молния для удобства обувания. И то же самое. Три эти модификации представлены у нас в черном цвете. Итак, черная с эластичной лентой для косточки на щиколотке и молнии. Черная микс фактур, гладкая эко-кожа и эко-лак под рептилию, застежка велькро плюс молния. И черная гладкая для женщин, кто все-таки сдержанные совершенно образы любит. Пожалуйста, удобство обувания, подстройка под щиколотку и подстройка под подъем. Ну и во всех предложенных вариантах, во всех модификациях у нас 9-я полнота и максимально сниженная цена. Специальное предложение дня. Самая выгодная покупка в течение одного дня на нашем телеканале. Цена максимально снижена для того, чтобы вы подготовились к новому сезону и для того, чтобы, конечно, сделали свою первую покупку на нашем телеканале. Экономьте 1600 рублей и получайте лучшую сезонную обувь. Сезонная обувь, потому что мы говорим уже о том, что весна не за горами. Но, кстати, в некоторых регионах России очень актуальны и сейчас такие вариации, потому что у нас утеплитель ворсин от минус 5 до плюс 10, он прекрасно терморегулирует нашу ногу внутри. 9-я полнота. Это действительно супер. Ну а самое главное, представляешь, вот модификации и для женщин, кто любит сдержанные образы, это гладкая эко-кожа. И для тех, кто предпочитает статусные варианты под рептилию в духе голливудских звезд, в духе наших отечественных знаменитостей, потому что лак в рептилии, в исполнении рептилии, это, конечно же, всегда актуально. Это, знаешь, такой завершающий штрих, да, в любом, согласна, стильном образе. У меня были подобные ботинки, слушай, служили мне очень много и долго лет, и мне очень они понравились, потому что отлично сочетаются и украшают каждый гардероб. Скажи, пожалуйста, как подобрать размер? Выбираем мы четко размер в размер, по своему размеру российскому, дальше и полнота, и система подстроек у нас адаптируется под ногу. Это интересно. Но тут я хочу сразу перейти к эксперименту. Смотри, что я тебе хочу показать. Самое главное, что я опустила под воду стык подошвы и верха ботинок Лайза, потому что чаще всего вода просачивается именно сквозь этот стык. Здесь же у нас, благодаря литьевому методу крепления подошвы, самому прогрессивному на сегодняшний день в обувной промышленности, у нас внутри
будет совершенно сухо. За счет чего? Вот видишь, как раз здесь у нас этот стык верха и полиуретановой подошвы. Литьевой метод крепления вообще что означает? То, что ботинок Лайза, уже натянутый на колодку, опускается в специальную форму, где жидкий полиуретан, материал нашей подошвы, и происходит сцеплением без швов, без клеевых стыков, без каких-либо еще дырочек. Соответственно, это монолит. И вода у нас внутрь не проникает. Безусловно, ну, мы не будем ходить часами по колено в воде, но наши городские условия, когда мы очень часто попадаем в лужи, когда нет времени обходить эти лужи, которые возникли на нашем пути. Я сейчас осуществляю проверку, все это время ботинок у нас стоял в воде, и, как видишь, салфетка осталась совершенно сухой. Супер. Что как раз и говорит не только о нашем комфорте, но это, безусловно, еще и говорит о том, что мы сохраним наше здоровье. Ну вот согласитесь, как бывает неприятно, когда мы выходим с вами из дома, наступаем в маленькую лужицу, и вот это тонкая холодная струйка выпадает нам внутри ботинка. Это такие ощущения, которые могут испортить весь день. Вы застрахованы от них, выбирая наше специальное предложение дня ботинки Лайза. Вы никогда не промокнете, выбирая эти ботинки. Экономим 1600 рублей и звоним по бесплатному телефону. Скажи, пожалуйста, Наташ, ну а вообще дыхание будет, если они такие герметичные? Безусловно, будет, потому что свойство современной эко-кожи – это не только мягкость, это не только долговечность, но еще и это безусловно, то, что мы сможем дышать, ножки наши смогут дышать, она мелкопористая. Ну, а теперь вернемся все-таки к девятой полноте. Хочу наглядно сделать замеры и доказать, что не только на девятую даже сядут наши ботиночки, но и на полноту побольше. Смотри, для чего вообще девятая полнота? Девятая полнота для тех женщин, кто в магазинах себе покупают туфельки, точнее, не могут купить, они в длину самый раз, а в ширину не садятся. Это значит, что магазины шестой, седьмой полноты просто недостаточно. Итак, у Марины, как видишь, обхват ноги 26 сантиметров на 39 размере. Это девятая, это 9,5, даже приближающаяся к десятой. И благодаря тому, что у нас как раз расширенная конструкция, ортопедический правильный мыс. Внутри ее ножка чувствует себя совершенно свободно. Представляете, как вам будет легко, как вам будет свободно. Кстати, а тепло будет? Будет тепло, внутри у нас утеплитель Ворсина, отличная замена байки, потому что он прекрасно терморегулирует и, конечно же, сохраняет наше тепло от минус 5 до плюс 10 градусов. Звоните и заказывайте, почувствуйте легкость, почувствуйте свободу, сэкономьте вместе со спецпредложением дня. Всего 1999 рублей и ваша весна, а потом и осень, и снова весна будут всегда комфортными, вам будет легко, при этом вы будете самой настоящей стильной модницей.